Всем привет! Это продолжение моего FFA сериала, в котором я играю за Китай в Sid Meier's Civilization 6 с No Quit модом. И если вы смотрите его не сначала, то пожалуйста, перейдите к первой серии, там все объясняется, да и вообще, смотреть сначала лучше всего, ссылка появилась в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! А, я не могу уже ускорять. Я только чудеса древнего мира могу ускорять. Точно. Античности и древнего мира. А это уже не античности и древнего мира. Давайте глянем. Древнего мира и античности. Какие у нас остались еще древнего мира и анти... Вот фарусский маяк, например, да? Колосс. Я так понимаю. Так, ну следующим ходом, наверное, можно и нападать. Скидка на все улучшения, мародерство, тут что-то было... Вот, плюс одна культура и от международных торговых путей. Давайте мы вот, наверное... Сейчас, сколько у меня там с учеными уже очков? 15,2, тут, ну, по идее, если я уберу, то будет 13, но все равно быстрее я должен... получить 7, 8, 3,5, 14. У Монтусомы 14, но что, у меня сомнение, что он может догнать, поэтому уберем. Так, буду лучше. Так, а тут исследуем торговую республику. Есть кофе на обмен. Ну ты, может, со мной менялся? Тут вообще сообщается, что закончилось? Нет, нет. В репорт посмотри, там сколько ходов есть. Ну да, мы с тобой менялись. Репорт скоро менялся. И еще есть кофе. А у меня есть киты. Вдохновение для гуманизма. Нанять флотоводца. Офигеть, поставил город на Аджор, у него минус один хавчик. Как так? Бывает. Значит, все плохо. Он же на Аджоре. Врать ничего. Короче, там один остров, но такой тухлый. Какао Блин. Еще кому-то надо? Ребят, кому надо какао? У кого бы двойные есть? А я возьму какао. Откуда? Ой, какао, кофе, кофе, ёпта. А. Это какао, хочется какао. Так я тоже хочу какао.
Думаю, откуда она у тебя там? Пятьдесят, тридцать. А у арбалетов? 40-30. Какой-то уникальный юнит у китайцев так себе. Он в защите хорош, а в атаке фигня полная. Причем в моде сделано так, что он заменяет арбалетчиков, а в ваниле и те, и те. Вот это вообще тупость какая-то, типа... Есть коляски эти шумерские, а можешь строить коляски обычные. Зачем они тебе нужны? Непонятно. Ну, и в случае китайских юнитов, наверное, имеет смысл. Ну, вот только с китайскими, по-моему. Да. Все остальное лучше оригинал. Ну, в смысле, лучше этот. Не оригинальный юнит, точнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, шесть городов. У меня город десятка. Это большой город? Это средний. Ну, у русского, я тебе могу сказать, столица 17, Архангельск 11, Смоленск 11. Для этой стадии игры город в 10 – это средний город. Блин. У меня их не получается отжирать почему-то. Колизей ушел. Кому? Русскому? Так, что-то я не пойму, а что тут по-другому работают осадные башни? В смысле? Ну, в реальной игре они работают, что типа мои юниты, когда она рядом находится, игнорируют защиту города. Так вроде не рядом, а должны находиться на той же клетке, что и осадная. Нет, в ваниле, если осадная башня находится рядом с городом, то все остальные юниты игнорируют. Да. Что да? Да, рядом с осадной башней так и будет здесь. Ну вот у меня не игнорируют. А ты кем бьешь? Пикинером. Странно. А, значок осады. Скажи. А, ну да, точно. Конечно, потому что я построил не осадную башню, а таран. И только сейчас об этом увидел. Чё-то я это... А кто Буэнос-Айрес сейчас захватывает? Я? Ты? Так я же сказал, что я захвачу Буэнос-Айрес. Ну правильно, правильно. Типа, ты не доставайся же ты никому. А это что за чудо? О, а это хорошее чудо. Тут и Занзибар есть. Так, надо апостола купить. Тут уже не будет апостола, а религию крепить надо. Так. Шок и киты. Есть на обмен. О, нет, наверное, шелка нету. О, у меня есть, но я тебе нечего предложить, да, наверное? Давай китов. Давай китов, кидай. Не смотри, что у меня их одна, там не вторая с бегашки идет. Вот как-то без меня поменялись. Опять Арчи. Так, сначала надо подвести таран.
Окей, теперь надо убить этого арбалета. Сохраним промоушен до следующего хода. Так, тут разведчики укрепляются. Не могу понять. Путей 6 из 7. Торговца ни одного нигде халявного нету, пустого. Строить не могу новый. Попробуй типа next посмотреть юниты. Вполне возможно, что типа закончился ход. Каравански. Так, Архангельск. Теотиуакан. Так, что у нас по деньгам? Максимум Санкт-Петербург. Ну, норм. В принципе. Так. А, ну у русского еще производства так много, потому что у него религия на производство. Это где-то у него религия дает молотков 40 ему сейчас, даже больше. Может. Ну, 7,9 в стольне, например. Ну вот я про это. Американец, кстати, как ты смотришь на мою религию? Ну, положительно. Ну, сейчас тогда прибегу. Как ты смотришь на мою религию? Подозрительно. Без скаута, отлично. Ну, то есть, он мне как раз и стоял для отвлечения внимания. Рынок построен, акведук не нужен, Мон-Сен-Мишель не нужен. 2, так, 4, 5, 6, ну и Буэнос-Айрес будет 7-м. С юнитами пока все нормально. Так, если мне придется воевать с русским, какие мне юниты желательно? О, Россия переходит к промышленной эре. Промышленной эре? Да. Я думаю, это индустриализация. Дело в том, что у него сейчас нет юнитов, ребята. Ну, вот у него сейчас по войне, у него нету ничего, ничего. Это ты только мне можешь говорить, типа, ну, как бы у него больше всех мощь. Мощь — это фигня. Дело в том, что оно все тухлое, старое. Это однозначно. Он пошел, ну, как бы, по индустриализации. Наверняка. Ну, нападайте на него. Блин, а я как-то пропустил этот момент, что ты Буэнос-Айрес забираешь туда, сажу этих своих.
Ну, блин, я об этом сразу сказал. Да. Ну, я что-то забыл, блин, про это. Может, если он будет стерилизация, то у него юнит это стало. Дайте команду фас ацтеку, он там наведет кипиш. Да мы с ним даже не встречались еще с вашим ацтеком. Так вы ж почти соседи. Русским? Да. Я даже не вижу его городов. Я тоже. Ну вы даете. Ну Гуанчжоу, ты же атаковал Гуанчжоу. Так вот, границы русского от Гуанчжоу в четырех клетках. Ну одну клеточку, по-моему, я вижу. Не знаю, Лёш, что ты врешь, по-моему. Нет. Ну как бы. Ереван, справа русский. А, вот, я увидел границу ацтека. Он сосед рядом с Ереваном. Да забейте, ацтек не пройдет, тут одни горы. Ацтек не пойдет. Не, вообще-то тут лучше всего американцы, у них конкретно вообще границы соприкасаются. Но я думаю, что американец тоже будет отнекиваться. Да, как-то слабенько, конечно. Так, тут тоже театральная площадь построена. Так, ну, наверное... А у меня, я, наверное, перед загрузкой сейва покупал апостола и забыл об этом. Что надо еще раз купить. Так, древние стены не надо. Древние стены не надо, древние стены. Опять древние стены. Там осторожно, варвары. О, вот здесь можно амбар и водяную мельницу купить. Три ремы, поосторожней. С галерой. Осторожней, плыви быстрее, давай. Так, есть благовоние на обмен. Это кто? Это Испания. Это он. Испанский благовон. Тебе пряности нужны, испанец? Кто? Пряности нужны? Да. А что вы делаете с лесами на равнинных холмах? Ну, если у рек, то оставляем. А если не у рек, то вырубаешь и ставишь шахту? Ну, как бы, шахта-то получше смотрит. Да, скорее всего. Не, мне в будущем так то. Перспектив. Я рублю. Не надо, да? Что-нибудь другое предложи, если есть. А там мы, наверное, менялись. У тебя же есть уже кофе? Да, есть. Апельсинки я сейчас обработаю. Короче, есть. Апельсины есть на обмене. Так, что тут остается? Культура и вера. Типичные бонусы от городов-государств. Плюс 2 золота. Плюс 5 культуры. Золото может взять. Хотя культура тоже неплохо и пойти. Ну, у меня получается, что меня окружают как раз люди с другой религии. То есть мне как бы мою религию распространять будет фиговато. Может взять тогда веру и культуру от священных мест.
А, да, я еще напоминаю, что у меня жемчуг есть на обмен. У меня шелка две, но, блин, а не с ГГшек так бы обменял. Пряности нужны, Лёш? Ну, глянь, я ж не знаю. Но у тебя нет пряностей. Ну и вроде никто мне их нет, не дает. Может обменять, это не значит, что их нету. Но я вот там. А, у меня еще и какао две штуки. То ли, видимо, с кем-то менялся. То есть у меня есть жемчуг и какао на обмен. Пряностей вроде нету. Все-таки три клетки озера приобрел, да? Город тебя. Не, апельсинки не нужны. Растет. Жаль. А мне в эту сторону он даже не растет. В другую сторону пошел. Ну да. Не потеряю ли я рыцаря? Дайте, пускай он постоит. Этот ход. Так. Что у нас? Ты же этими пройдешь, правильно, миссионера? На доске. Так не, мы же не в бой... Ну, в смысле, миссионер же смог бегать так. А, или ты про это, что копейщик мешает? Ну, тут вот эти, что стоят все. Ну, можешь там отвезти какого-нибудь лучника? Ну, сейчас лучника уберу. Ну что, беру я Буэнос-Айрес этим ходом или нет? Кого он мне убьет? Чё, Боско, видимо, дают от русского, да? Ну да, промка. Готов принять. А это кто? А это далеко тебе бежать. Бразилец. Я даже не знаю, где ты, бразилец. Далеко налево. Что-то рухнуло. Буэнос-Айрес. Мне он никогда не нравился. Я еще вот тут могу город поставить, кстати. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, если вы знаете более оптимальный маршрут, нежели предлагает 2GIS, то специально для вас в приложении есть кнопка «Знаю маршрут лучше». Рассказывайте, и разработчики все проверят. А если вы еще не пользуетесь этим приложением, то заходите на 2GIS.ru и скачивайте совершенно бесплатно под вашу платформу. Ну или пользуйтесь онлайн. 2GIS, если быть точным. Так, веры у меня дофига, пока ее, ага, вот, надо запах пирожков, ну сейчас построится Айя София, и можно будет что-нибудь начинать распространение. Камень, кстати. Так, монумент, ремонт. Бар, ремонт, водяная мельница, ремонт. Еще нету, не могу я галеру апгрейдить во что-нибудь. Такое ощущение, что никто морские города вообще не ставил.
Ну или гавани не строил. Кстати, я могу в Пекине тоже гавань построить. Опаньки, меня тут атакуют. Вот так я. Давайте отступим. Лук, холмы. Значит, вырубаем. Здесь... И тут лук, холмы. Так, по максимуму в Санкт-Петербург и в Маскат еще можно. Что у нас вообще по науке? Тут соточка и 28 тех. Лечимся. 300 47. Что-то строить нечего, блин. Что тут с едой? Мне надо до 10 вырастить город. Так, а где посмотреть, у кого какие есть ресурсы? В трейде. Только в трейде. Угу, то есть тоже не сделали тут удобную пока, да? Науки на каждую клетку с чудом природы в месте нахождения по соседству. Вот у меня есть вот две клетки. Да. И где тут еще? Вот тут. Все равно две клетки будет. То есть ничего. И фекудель тоже две клетки. Ну, хороший, в принципе, даст какую-то науку. Идем сюда. Постройте оружейную. Стоп, а так давайте построим оружейную. А почему я не построена в Гуанчжоу? Потому что я ее не исследовал, что ли? Да, военная инженерия. Для этого акведук надо построить.
торговую республику, постройте две каравеллы. А галера апается в каравеллы. А каравеллы где? Бустанемся. Постройте две гавани. Я вот думаю, может, ты мне войну сначала объявишь, а потом бустанемся. Тогда не бустанемся никак. Подожди, я думаю. Че это у вас там за хитрые? Да, союз хотят заключить. Да, сейчас я посмотрю, что нужно. Хитрые схемы. Воруем? Да, стараемся. Так, подожди, а я изучил-то вообще? Интересно, почему я колосс не могу тут построить? Ну, бросишь, когда будешь готов. Я все время забываю про эту карточку, блин. Вы мне сказали только, что она хорошая. Она хорошая. Она как-то мимо меня все время проскакивает. Все время забываю, что она хорошая. Что Поленки дает? Город растет на 15% быстрее, чем кампус. Ну. Да, как-то подстава тут с... А, во, колосс, можно. Что-то до этого нельзя было почему-то. Так, что тут? Какие продвижения? 100 золота, если в первый раз обращать. 417. Нормально. Офигеть. Ну, фабрики, видимо, построил. Да и фабрики, и Рурка. А, еще и Рурская долина. Круто. Угу. Блин. Смотрю сейчас. Шахта на лугах дает 3 пищи, 3 производства. Шахта на равнине 1 пищу и 4 производства. Печалик. А, кстати, Сандра, я совсем забыл. И ты совсем забыл. То я забыл. Даже, наверное... Окей. Сейчас посмотрю. Если город его купил, то... А, не, ну четвертый радиус, конечно, не купит. Вот это по-соседски. А вот от Вишневецкого такого подставы не ожидал, конечно. А что я сделал? Через пол карты подойти к моей столице, через две нации, можно сказать. Мне особо больше некуда, справа китаец. Маскат объявил войну Брюсселю. Скучно жить. Так подождите, это кто с кем воюет? Я воюю. Зачем ты Брюссель убиваешь?
Годится. Ну вот. Я, короче, ой, блин, я в него колю, я в него дипломат всего. Ты хотя бы я сказал бы. Я своих, получается, потерял. Я, блин, в него качаю. Караваны посылаю, чтобы, блин, задание выполнить. Всю игру мне испоганил, в общем, вот что я скажу. Подонок? Да вообще. Вот кто во всем виноват, доказалось, Ацтек. Зачем тебе это? А у меня, видишь, там каравелла раненая. Хочу полечиться у тебя на территории. Я могу не ходить особо. Просто около Сарагосы. А, ты не видишь около Сарагосы. А, ну там, где я предупреждал. Вот около Сарагосы как раз. Ну да, да, да. Там. А, блин, тут нельзя лечиться? Нельзя, оказывается, лечиться. Нет, в другую сторону уже поплыл. А лечиться нельзя, да? Да. Не может лечиться за пределами своей территории. Ну, это значит, надо перк поднимать. Третий, что ли. Или быть норвегом. Ребят, гляньте, если там кому нужны ресурсы. Я просто не успеваю что-то вообще... У меня лишние какао. Даже две штуки лишних какао. Все в норме. Я тоже. Какие-то китайские мотивы звучат. Что-то изучил? Ну, на следующем ходу. На самом деле я побоялся нападать на Брюссель. 4 мечника, 3 арбалетчика, 2 катапульта, нет, одна катапульта. Нет, ты не забывай, это потенциальные строители.
Это-то, конечно, да, но, по-моему, он... А это разве не только у первых юнитов, это у всех? Надо... Это только у первых же. Специально для этого. Заключить дружбу там они... с американцем и ацтеком. Шанс того, что у тебя появится строитель, зависит от того, насколько у тебя воин сильнее, чем он. Ну, я двоих убил, два строителя получил. Прикольно. Я их как-то играл за ацтеков, нифига, кого не бил, все одна фигня. Может, идет, не знаю. Так, содержание юнитов уменьшим. Блин, где оно? Вот. Бонусы от соседства. За торговлю новые строители и плюс 2 золота. Вот давайте еще возьмем. Так, теперь что мне надо дальше исследовать? Дальше мне нужно просвещение. Ах, забрал таки, да? Ну не все ж тебе. Ну, блин. А я тут сижу, клепаю гранты. Я тоже. Я по-другому бы его не забрал. Значит, все, мне это второй, собственно говоря, торговец. Больше нема. Ну мы-то знаем, да? Ацтек, вот там да. Предложение, смотрите. И американец. Я вот смотрю. Не, я ж не буду принимать. Почему? Я же уже говорил тебе один раз, что это потом, видимо, шпионов больше. То есть ты ну, в той-то игре было логично, а тут... Ты что, главный цель для шпионов, что ли, будешь? Не, ну а вдруг ты ко мне там захочешь посадить? То есть ты вообще ни с кем не это, потому что к тебе шпионов могут посадить? То есть тебя вообще не смущает, что тебя могут в любой момент войну тогда объявить, да? Это вот ничего тебя не... А как это связано? С тобой-то тоже не видно. Как связано что? Ты при объявлении дружбы, при прочем, у тебя повышается отношение. А, я думал, ты про делегацию. Ну, а делегация в чем проблема? Ну, я как бы... Я и так 4 города американца и так вижу. Не знаю, откуда, правда. Что мне мешает тебе шпионов садить? Ну, он... Не знаю. Ну, типа, шанс выше, по-моему, при... Или нет? При повышенной дипломатической видимости разве шанс не выше? Так, дипломатическая видимость, причем тут количество городов? Я не понимаю тогда, о чем вы говорите. Я тоже. Но он не принимает мои делегации и не принимает предложение дружбы. Мотивирует это тем, что я могу туда посадить шпионов. Я говорю, что я и так и уже 4 города его вижу. Делегация будет давать тебе слухи. Правильно? Ну да. В принципе, логично ему не хотеть видеть, чтобы ты видел, что он строит, что он принял, какой цивик поставил. Я, например, тоже откажусь от такого счастья. Мне никто не предлагает, правда, я откажусь. Не, ну Арчи, ты отказался, а сам ты хочешь ко мне послать.
Интересный парень. Это все правильно. Он же не хочет, чтобы у него было. Ну, а ко мне он хочет послать. Круто. А, ну ты же не против? В смысле, без взаимности против. Какое-то. Все тебе взаимность нужна. Ну, давай взаимно тогда. Ацтек, а дружбу ты не хочешь, что ли, объявлять? Я что-то пока боюсь. Я, говорит, боюсь дружить. Хорошо сказано. Да. Кстати, очень неплохо. Ну, видимо, значит, надо вести войска к Ацтеку. Похоже. Ну вот, видишь, все. Ну я-то хотел и так, я же говорю, жирно. Ну, да нет, я бы не сказал. Та-да! Я бы да так не сказал. А мы там, кстати, по поводу термоядерного оружия. У нас нет этих ограничений, типа только две ракеты кидать? Мы кидаем сколько хотим? Мы думали, сейчас у нас такое правило 2 плюс 1, то есть изначально 2 лимиты. Ну я про правила плюс... спрашиваю, у нас сейчас действует, оно все-таки есть ограничения на эту игру? Давайте договариваться. Давайте договариваться, да, пока не поздно. Я думаю, 2 плюс 1 хорошо зайдет. Я за. Все, вопросов больше нету? Пока нет. Но они могут появиться. Так, откуда у меня тут бегают? Ну, самое крутое в Санкт-Петербург. Какие-нибудь города-государства хотят торговый путь? Ну... По Ленке мне до него далеко, к сожалению. Театральная площадь. 440, это пипец, конечно. Кстати, а вдохновение гуманизма. Что требуется? Художник. Это вряд ли. Я прям вижу этот запах пирожков возле Чикаго. Чувствую. Лунси, Дзядун, Пекин. Но он же распространяется. Ну да. Запах-то да. Подходи и здесь распространяй. Я вон, видишь, границами. Это кто, бразилец? Да, да. Вот ты вот стоишь вот в трех клетках от меня. Запретный город. Построили.
Хочу. Не хочу. Блин, я жесть, мне походу до дела придется вырубать. Там Лос-Анджелес опустил внизу. Русский. Да сейчас я новых ищу. А можно вырубить лес, не убирая лесопилку? Нет. Что логично, в принципе. Ну, мало ли, вдруг она такая крутая, что весь лес вырубил. Бразилец, там предложения всякие. Я аж отказываюсь. А, это ты? Я говорю, не хочу. Так, что у нас? Так, ты точно Брюссель захватываешь или тупо... рабочих фармишь? Ну, не заберу, он тут посередине стоит, ничего мне не дает. Ничего мне не дает. Хорошо. Бразилец, а вот такую сделку посмотри. Вах. А у нас, по-моему, подожди, давай я сейчас отменю, я проверю, потому что у нас не исключено, что есть это уже одно в обмене. Нет? Не знаю, я думал, тут типа мод сделан нормально, оказывается, нет. Ну почему плохо? Просто как раз я могу увидеть сделки вот наши. Вот я вижу, что мы какао и кофе с тобой торгуем. Кто отрубился? Ты отрубился. Ну, я так понимаю, русский сейчас меня будет сносить. Почему? Ну, ему выгодно это. Почему не китайцы?
Ну, я в его вере, если он там в теократии. Помощник. Кажется, это плохо для него. А китаец в своей вере, получается, война вверх. Ну, я могу тебе сразу сказать, что мы этим ходом с Русским Союз заключили. Ага, ну да. Нет, Андрей. Это к вопросу о том, что там заключать дружбу, вот это вот прочее. Ты ж можешь таким образом понять, будет на тебя человек нападать или нет, например. А зачем делегация для этого? Ну а почему можно нет? Ну просто... дополнительные, ну блин, какие-то дополнительные но... штуки, чтобы ты хотя бы видел, что там человек делает. Ну. Ну вот человек не хочет. Ну не хочет, значит проблемы начинаются. Ну что, сразу взаимное недоверие, подозрительность. А... Возможно, возможно. Сандра. Да. А ты в Сан-Луисе, в третьем радиусе, по направлению к Валенсии, построишь рудник? Опа! Я понял вопрос. Да, я понял вопрос. Вижу. Я... Да, хорошо. Спасибо. Ну, ты видишь, оно... Ну, он такой веселый, да-да. Не, я понимаю, но третий радиус, как бы, на что ему еще брать... По равнину, что ли? Так ничего. Рядом пусть клетку возьмет. Ну, равнину. Так ну, рядом-то не нету. Только равнину не вот эти лагерь. Расширение какое-то. А, там. Вот это, которое чуть ниже. Да? Ну, странно, да, почему он так пошел. Не, ну в принципе, ладно, мне главное так шахту только построить. Не, вопросов нет. Я все постараюсь сделать красиво. Спасибо. Не, в принципе, можно даже не срочно. И можешь даже некрасиво. Желательно. Пойду лагерь там поставлю военный. А чё, в третьем радиусе? Чётко там. В третьем радиусе нормально. Класс вообще. Не, ну он же ничего не сможет сделать. Он же только по юнитам стреляет. А я туда поставлю, буду строить там бомбарды и бомбить. Понимаешь, какая идея? А потом... приглашу поляков и отожру у тебя третьим радиусом город. Ну, у меня уже селитра есть. Мечты, мечты. Мечты, да. Так, наверное, сюда надо. Ага. А первый радиус не могу у города сменить, да? Если ты имеешь в виду вторым ну, городом, другим первого, городом, да. Первый радиус нет, да. Нельзя. Жалко. Очень. Ты так хорошо райончик вставал. Да сейчас я заканчиваю. Мне отойти, русский, или ты пройдешь? Пройдешь, да? Пройду. А то я то вижу твои юниты, то не вижу. И не знаю, ты идешь или не идешь. Речка движется и не движется. Так, да. Откуда мне еще в Питер можно запустить? Запупонить. Хотя вот в Занзибар много дает. Давайте в Занзибар тогда. Мне так нравится. Запустите в нас торговый путь, квест. А ничего, что вы, блядь, хрен знает где. Не ругайся.
Тем более ой, на компьютерные ой. Какие-то... Нашел на кого ругаться. Я забыл, смотри, опа, просто... Казаки. Не, ну а что, запустить-то можно. Не сразу, но можно, через торговые посты. Не, ну такой как бы... Без палева, да. Один город сразу мне на старте попросил. Ну он же далеко, просто далеко. О, мне нужно создать лансера. Так, поплывем-ка мы в другую сторону, тут скаутом. Ну что сказать, я походу наигрался. В смысле? Ко мне казаки едут. Ну а почему он вышел в казаков, а ты в своих юнитов не вышел? Ну я не успел, он получше развился. Тут на самом деле как раз именно с американцем сложнее всего воевать, потому что у тебя типа на своем континенте должна быть защита такая офигенная. Так в смысле да, у него 10. Нету армии вроде бы вообще? О чем мы говорим сейчас? Ну, он сейчас построит армию. Строй пикинеров. Пикинеров даже. Они уже с казаками будут воевать нормально. Ну, да. Не парься. Ну, как у него нету армии, если он на втором месте после меня? Это у американца да. Нету армии? Возможно, у американца нету армии, но... В среднем я вижу цифру 377. Я вижу... 498 военная мощь. Ну, это у русского, да. Но в этом и ну, как бы... Да нет, сейчас он пик построил. Можно от казаков убиться. Конечно. Тем более на своей-то территории, на своем континенте. Тем более, я могу так сказать. Он, если вышел казаков, он без пушек. И без бомбард. Это арбалеты и казаки. Почему? Мне панцеров надо выйти. Тебе можно и в пикинерах выходить и нормально себя чувствовать больше. Илюша по чудесам все-таки идет. Какой-то трэш там построился. Сент-Мишель. Кому он вообще нужен? Кроме Конга. Так, вы в мои чудеса не лезьте. Вам не нужен, вы и не строили. Так и есть, так и есть. Так, а что там рыцари апаются? В кавалерию. До кавалерии у меня 6 ходов, типа. Ацтека, я думаю, надо напасть. Раз мы получше развиваемся, прощай, чем он. Прощай. Все, добил его. Ну, походу, рабы закончились там. На следующем ходу берет. О, я как-то, оказывается, КВСГ-кэшки выполнил. Ну, поможете люксами кто-нибудь? Какими? Мне нечем. Ну, Сандра, например, ты жемчугом. Дать тебе жемчуг? У меня он один. Может, ну, Леша даст? Потом он к тебе пойдет. Не, так я помогу. Ну, просто у меня есть кофе, допустим, я могу... Леша, поможешь люксам с ним?
Даже жемчуг. Именно жемчуг? Ну да. Ой, или какао. Какао, какао. Дам, жемчуг у меня один. Сейчас будем разбираться. Ну, в общем, я кинул тебе там подарить подарок. А он тебя осуждал? Ну, только что. А. Понятно. Ну, если только что, то у тебя ходов 10, по-моему, точно есть. Испанец, предложение. Зачем тебе посольство? Я хочу со всеми, с кем я в нормальных отношениях, иметь нормальные отношения. Убедительно? Нет, ну ладно. Американец, предложение. Нет, ну ладно. Блин, и ученого увели. Ну как так? Как так-то? Ацтек забрал? Ну чё, тоже нормально. Великий флотоводец у Испании. Ну да. По-моему, первый флотоводец в эту игру. Да, да, точно, точно. Ну а чё, я на берегу. Ну да, у тебя там много городов на берегу. Я бы сказал, что мне больше некуда селиться. Кроме как по берегу. Даже Сарагосу пришлось пихнуть, блин. 4 водных клетки в первом радиусе. Так, а что у меня там с религией? Покупать за веру в кампусах театральных. Дом собраний. Стоимость миссионеров и апостолов дешевле. Так, надо купить апостола здесь. Я русский не понимаю, зачем ты мне тогда помогал? Промкой. Я добрый русский. А ему это распространение ничего не дает, разве? Не. Маловероятно, что он рассчитывает на религиозную победу. Там 15% своих берет, и все, и максимум. Ребята, поможете золотом? Золотом, говоришь? Сколько тебе? Так... Мне, если каждый по 100, по 150 скинется, будет хорошо. Ну, мне апгрейдить, я сейчас выхожу через ход в этих. Мне пикинеров апгрейдить. Ланскетов или как там. Ну, новые эти юнити.
Держи, братишка. В лансеров. Лесные деньги. Лесные? Робин Гуд в джунглях здесь собирал долго. О, спасибо всем. Что, прям все кинули? Ну, 4 человека кинуло. Цикл, кинь деньги. Кинь деньги американцу. 4 человека плюс Россия плюс он. Собственно говоря, все. Ну да. Американец, сколько тебе кинуть? Ну, от тебя 500 давай. Да не столько нету. У нас тут каждый ход у кого-то слипается. Прям слышно вот этот такой звук. Да это жесть, 485 промки. Ну, у меня 300. Не знаю. Сейчас посмотрим, сколько у меня будет. Ну, тебя может спасти еще американец, что будет тупо не успевать юнитами ходить. 3 минуты все-таки это, ну, испытание такое. Так уж и далеко до моих. Сзади. 3 хода. Все, взял Брюссель. Ну, в принципе, логично. Чё мы можем оставаться? Не, логично, посередине между... Меня вообще убили, вот меня в Брюссель... Я в Буэнос-Айрес вложил, в Брюссель вложил, а их позанимали. Ну, вот это вот обидно, то, что действительно там не предупредили, что будут брать. Не, не Лёша то предупредил, но вот это... Ну, Вишневецкий нет. Вишневецкий вообще никого ничего не предупреждает. А зачем предупреждать? Вы бы так... Не, тоже правильно, все верно. Он как бы... Почему? Вы вложились, он нет, взял, забрал. Вы потеряли, он... Он приобрел. Приобрел. Все правильно сделал. Зря вы подсказали, мы помириться сникаем. Кому? Под стеку. Да он уже начал меня убивать, там бесполезно. Тем более зря. Но от стек очень хорошо воюет, да, на начале, вот на самом начале. Ну там и ягуары такие серьезные ребята просто. Да, я тоже видел, как они ломают города и лучников. Они лошадей очень плохо ломают, а у него как раз лошадка бегала. Ну я поэтому и построил, я так посмотрел просто, где мне по максимуму взять силу против тебя. Не, она как-то, блядь, против ацтеков, ой, против этих воинов вообще хорошо идет, не знаю. Не, ну, это... не, подожди, что же хорошо, ты все равно получал больше, ну в смысле, я урона больше получал, чем ты. Там у тебя очень сильный, ребят, у тебя 28 сила. А у обычного дуболома 20, по-моему, а лошади 25. То есть он еще наторговался же наверняка ресурсами. Так, что там за гуманизм? Что тут
основы. Инженеры и художники, да? Может, художников взять вместо денег? Или вместо бонусов от священного места? Тут все-таки, ну, как-то у меня уже веры немерено. Ну, в смысле, вот сделаем так. И вот так. 112 веры, останется тут чуть нормально. Археолога купить нельзя, что ли? Армия растет. Казаки клонируются. Собираются в армии, наверное. Нормально уже, 1100. Корпуса еще пока. Угу. Я бы сказал, уже в корпуса. Уже в корпуса, да. Не, ну он их пока не собирает в корпуса. Так стоя. Но он вышел в стенки. И, наверное, сейчас уже и корпуса будут. Я могу выйти в теократию. Что он вышел? Я тебе говорю, что он не собирает их, покуда. Взять теократию и за веру просто юниты покупать. Например, если у меня с ацтеком плохо пойдет. Если у кого-то лишнее, там какой-нибудь есть люкс, я только за. У меня есть жемчуг. Да. А, не, благовоние, благовоние. Благовоние у меня есть. Так, 1-1, художественный музей. Археологическое. Кто? Опять я, что ли? Да, блин. Что ж меня выносит-то? Отлично, продолжаем. Поехали. Я не знаю, надо будет попробовать потом еще тоже как-нибудь домики построить, посмотреть. Попробуй. О, блин, походил за меня комп, да? Не знаю. Возможно. Возможно, мог успеть. Нет, я... Ну, да, он походил. Терпимо. Ну, наверное. Ну, отлично. А, не, ну вон, смотри, Сандра. Вот да. Вальядолит, который над Сан-Паулу город. Да. Вот я его и не отращивал, он 15. Остальную растил. Ну, я не знаю, это какой-то глюк. Косяк. Я не знаю, ну не может быть. Просто я ж смотрю по своим территориям, по своим городам. Да я понимаю, у тебя тоже территория не ахти. Не, ну как бы у тебя первые жители легче вырастить. Первых жителей. Почему? Потому нет, что первых... у тебя луга. То есть он у тебя рост идет первоначальный быстрее. Не, у меня бананы были. Луга я построил тоже, но просто я сосал пол игры, пока там эта чеченица доехала. Ты ж понимаешь, эти все клетки, ну, были, да. ничтожные просто. Ну как ничтожно? Две, две. 2-1, 2-2, 2-1. И все.
Слушай, что-то я нажимаю конец хода, и ничего не происходит. У меня написано ожидание игрока Сандро. И потом я хожу. Он уходит еще. А-а-а. Я еще хожу. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.